Так, всем привет! Сегодня мы будем искать Вольтора. Не помню, он 30 или 31 будет по счету. Честно говоря, их уже было много. Так, сегодня у нас выходные. Разбей яйца. Князь Тыква, Триант, Медуза, Малышник, Тесса и Вольтор. Может, повезет и получим еще нового героя. Я его не ролил. Так, 156 попыток, поехали. 200 кристаллов. 1000 значков. 2000. Честно говоря, тут до 30-го где-то яйца ничего не падает в основном. Толково, золотой ключ. 300 самоцветов. Что-то нету ни психи-щитов, ни яиц. 3000 значков. 200. Так, давайте уже хотя бы яйца. Самоцветы. Значки. Короче, все расходники падают, которые нафиг не нужны. Психощит. Второй. Вот начался дроп. 200 самоцветов. 100. 200, 2000 значков почета. Золотой ключ. 300 самоцветов. 1000 значков. Да, что-то они порезали дроп яиц. Психощит первый. Сущность рыцаря. Самоцветы. Так, сейчас должны уже начинать падать герои. Ну давайте. 300 самоцветов. Психощит опять первый. Ну, хотя бы сеты дособираю. То у меня их почти нету. Так. 32. Ну, давайте героя. Тыкву давайте. Редкое яйцо питомца. За 33 раза. Еще раз редкое. Только вот начали падать яйца. Психощит третий. Уже собрали первый, второй, третий. Легендарное яйцо. Ну, яйца посыпались хотя бы. Обычное яйцо. Хоть это радует. 100 кристаллов. Психощит. Вот собрали сет за 40 раз. Обычное яйцо. Еще раз обычное яйцо. 200 кристаллов. Редкое яйцо. Давайте легендарные. Так, Медуза. Первый герой. 45 яиц мы использовали. Осталось 1, 2, 3, 4, 5 героев. Первый на 45-м пришел. 100 кристаллов. 1000 значков. 2000. Легендарка. Ну, это радует. Триант. На 50-м яйца у нас пришел второй герой Триант. Осталось 4 героя. Ключик. 2000 значков почета. Мешок рун, который никому, честно говоря, не нужен. Какие значки почета. Так, самоцветы. Не то, не то. Опять самоцветы. Так, давайте на 60-м надо героя. Обычное яйцо.
Тыква 60-е. 45-е, 50-е, 60-е. Сейчас у нас должен Малышник, Тесса, Вальтор. Три героя осталось. Обычные. Психощит. Уже второй сад собираем. Надо вторую и четвертую руну еще. 100 самоцветов. Кристаллы. Что-то вообще начало в 4 раза меньше падать. Смотрите, по 50 кристаллов дальше идет. Вначале такой подгон, давай, 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 а потом по 50. Так, легендарное яйцо. Опять легендарное яйцо. Смотрите, как хорошо идет. Давайте легендарок еще чуть-чуть. Пятьдесят кристаллов. Да, кристаллы порезали. Сущность рыцаря. Тесса. 79 мы получили нового героя. В принципе, скажу, неплохо. Но у меня пока места для этого героя нету. Поэтому, честно говоря, даже не знаю. Пока качать не буду. Так, остался у нас Малышник и Вальтор. И осталось 76 яиц. 50 кристаллов. 300 самоцветов. Триант. 83. В принципе, у нас осталось 72 попытки на Вальтора. Сейчас посмотрим, как нам повезет. Обычно Вальтор я достаю где-то с 110 яйца. То есть 120 это потолок. 121 где-то так. Малышник. А, все. А теперь осталось у нас 68 попыток. То есть мы до 90-го вытащили всех героев, кроме Вальтора. Ну, давайте Вольта. Ха, Триант, смотрите. Триант пошел второй раз. Что за фигня? Раньше никогда такого не было. Если Вольт не упадет, значит опять это IGG подстава идет с героями. Реально тупо разводят. Смотрим, 57 яиц остается. У меня такое уже было раз на деревьях. Вместо Анубиса упал два раза, по-моему, Грул. Так, 100 самоцветов. Редкое яйцо. 200 самоцветов. 50 кристаллов. 100 самоцветов. 50 кристаллов. Что-то мне кажется, что опять будет развод. Ну, смотрим. Сущность Юнова. 100 значков. 200 самоцветов. Тут никогда не падают вот эти вот опять. А, князь тыква, смотрите, значит, все-таки яйца починили. Уже по второму кругу мы пошли бить. То есть два князя тыквы, две медузы получили. Малышник, я не помню, один или два. Значит, все-таки они шанс достать Вальтора понизили. Потому что у нас пошли по второму кругу герои. Раньше такого не было. Психощит.
Да, смотрите, уже 126 яиц, а мы вольта так и не вытащили. Видимо, IGG решила прикрыть лавочку. Надо было им это раньше еще сделать. Психощит. Самоцветы. Самоцветы. Мифический мешок. Значки почета. Ну, давайте уже героев каких-то. Или яйца давайте хотя бы. Зачем вот этот вот 50 кристаллов? Я в подземке затык получаю там 100, 115 или 118. Просто жесть. Вот вам мои джиджи. Князь тыква третий раз упал. Походу вольтом тут даже и не пахнет. Кристаллы. Вот смотрите. Реально всегда вольт вытаскивался до... Там в начале еще было четвертый психощит. В начале игры еще было, там по 200 было попадалось. После этого все вольты тащились до там 120 попытки. Последних месяца 3 или 4. А вот теперь смотрите и думаете сами, стоит ли донатить в такую акцию ради вольта, если вы уже 155 яиц слили и получили 3 тыквы, которые по сути не нужны, там пару триантов и всех остальных. Вот, 156. И хрен они вольт. Вот теперь вопрос. Есть ли смысл донатить в такую акцию ради вольта? То есть, сами подумайте. Я, честно говоря, ожидал, что мы его получим, но... Как видите, в последнее время IGG поменяла свою политику, поменяла шансы. Поэтому, не знаю. Пишите в комментариях, кто с какой, если кто-то вытаскивал сегодня, кто с какой попытки получил. Вот так вот. Давайте посмотрим, что там мы получили. Приблизительно. Так, смотрим. Это у нас все было. Вот пошла акция. С бинго ведьму получили. Психощиты, яйца, медуза одна, друид один, тыква. Вот Тесса, еще один друид. Малышник. Третий друид. Три друида. Три тыквы. И хрена не вольт. Ну и честно говоря, я удивлен. Я не знаю, на что они рассчитывают с таким... Смотрите, тыква. Одна тыква, две тыквы, три. Да, три тыквы. Три тыквы, три друида. Вольта не получили. Ну, не знаю.